Марафон FitRx продолжается. Четвертое задание. Изначально оно было другим. Это было подтягивание и вис на одной руке. Но после вашей реакции на упражнение Цыпленкова я понял, что вы возненавидите армрестлинг. И поэтому задание упростил по максимуму. Короче, более-менее строгие подтягивания на турнике. Парням хват нормальный, девочкам можно хват снизу. А теперь о самом главном. Я пенсионер, сделал 20-ку, поэтому вы, молодые и здоровые, меньше 20-ки даже не присылайте. Единственное, к кому-то не относится, это к девочкам. Они делают красиво, и пусть делают, сколько делают. Барон, это видео относится и к тебе. Я понимаю, у вас там в Майами турников нет, но ты уж постарайся, найди. Купи, в конце концов. 20 раз, я жду.